он сам вырубился. Нажимаем. И сказал, нажимаем. Включается. Зарядки все нормально, от батареи вот так вот. Кстати, вот так и будет циклично выключаться. Вот если вот эту вот хрень снять, он вырубается. Здесь у нас батарея. Это Desire HD вроде модель. Вот батарея. Вот зачем вот так вот было делать? Как у всех по нормальному снизу, что нельзя? Или крышку снимать? Что? Это они, блять, вот так делают. Смотрите, что у нас здесь. Перемычечка. А давайте попробуем включить без нее. А хуй-то там был, не включается. А если замкнуть пальцем? Тоже нет. Так. Зачем это было делать, а? Ребят, зачем? Поставили, включаем. Я тут пока вкусняшку разогрел. Эти кнопки меня просто бесят во всех HTC. Ну, по крайней мере, старых. Вот эти вот 4 вот кнопки. Когда вот это меню, вот это назад, а вот это домой. Это вообще как-то уебищно. Нереально привыкнуть. Так, сейчас должен загрузиться. Кстати, сенсор так красиво разбит, но он работает. Подсветка на полную. Сейчас загрузится. Вот. И он опять вырубился. Нет, ну что ты, блядь, будешь делать, а? На зарядке все нормально. А без зарядки вот так вот, блядь. Кстати, здесь у нас слот под симку и карту памяти. Все это как-то по-уебански сделано. Это что, без нее что, тоже включаться не будет? Хотя, стоп. Что это за хуйня?